Всем доброго здоровья, народ! Сегодня самая популярная тема в интернете – это сколько же YouTube платит начинающим блогерам за то, что они выкладывают свое видео, свое творчество на YouTube. И сколько же это получается в деньгах, сколько я заработал за год, сколько вложил, сколько заработал и как вообще раскрутить свой канал. На эту тему очень много видео, блогеры, у которых очень много подписчиков, всем рассказывают, что это очень легко, это очень хорошо, быстро там и так далее. И это очень доходно, все дела. Начнем с того, что это не так. YouTube начинает подключать партнерскую программу на вашем канале, если на вашем канале есть 1000 подписчиков. Самое сложное — это набрать первую 1000 подписчиков. Очень сложно подобрать тематику, подобрать свою публику, которая будет вас смотреть, будет вам писать комментарии, будет вам ставить положительные лайки и так далее. Сегодня я вам покажу обязательно, сколько я заработал за вот этот год, потому что партнерскую программу я подключил только год назад. Год назад у меня было 1000 подписчиков. 1000 подписчиков. На сегодняшний момент у меня 10 тысяч подписчиков, ну почти 11, 10 900 там, с копейкой. И я расскажу, почему именно я решил открыть свой канал. Немножко такая предыстория, я думаю, будет интересно, потому что я обыкновенный человек, никакой там не суперблогер, никак. И простому обывателю, который хочет завести свой канал, я думаю, это будет очень интересно. На протяжении 30 лет я занимаюсь подводной охотой. И, как всем известно, охотники, рыбаки и не исключение подводные охотники любят пиздеть, что они поймали там, или застрелили там медведя выше двухэтажного дома и так далее. И чтобы в подтверждение своих слов, в 2014 году я купил себе экшн-камеру, чтобы можно было снимать под водой, снимать свои трофеи, которые успешно мне попадались, и наглядно показывать своим товарищам, коллегам, что вот действительно мне повезло, и я поймал большую рыбу. И потом однажды в 2014 году я тоже посмотрел, был подписчиком и подумал, ну а почему бы нет, почему бы не попробовать. И первое свое видео я выложил в 2014 году, которое видео, это я имею в виду, сразу набрало столько просмотров, больше 40 тысяч. Вот, и я думал, ну, людям интересна эта тема, надо попробовать ее развить. И в 2014 году у меня было до конца 2018 года всего 88 подписчиков. Ну, то есть я попробовал, канал забросил. Вот, у меня там 3-4 видео, это с 2014 года были. Они так и остались. И 88 подписчиков. Я его забросил, я его не развивал. Это я просто так выкинул видео посмотреть, что там, да как. И со мной приключилась такая вот нехорошая ситуация, это у меня проблемы были со спиной, две операции по удалению межпозвоночной грыжи, первая неудачная, вторая более-менее, вот. Но работать я уже больше не смог. Благо того, что я все-таки являюсь военным пенсионером, пенсия, конечно, смешная, но худо-бедно, там на кусок хлеба хватает. И решил, пока лежал, отдыхал со спиной, спина ничего не давала делать абсолютно, и решил я все-таки продвигать свой канал. Начал я это делать в конце 17-го, в начале 18-го года, это был декабрь месяц, занялся вплотную каналом, и за год вот у меня почти 11 тысяч подписчиков. Все-таки насмотревшись рекомендаций таких блогеров, у которых много подписчиков, что это легко и незатратно, можно это снимать на один телефон, там, все выкладывать свои видео, это все, так скажем, прибаутки. Ребята пишут, конечно, чтобы набирать просмотры, чтобы зарабатывать денег. Я решил вот сегодня сделать показательное такое видео, сколько я всего заработал за год и сколько я вложил в это дело. Значит, записывать
На один телефон первое видео можно выкладывать, да, и на телефон, я согласен. В зависимости от того, какая у вас будет тематика канала, вам нужно развивать тему видеозаписи, какие приспособления там, чтобы камеру закрепить тут, камеру закрепить здесь, обязательно свет, потому что без света, сами понимаете, тоже видео будет смотреться темным, ну и не особо смотрибельным. Значит, и еще я столкнулся с одной проблемой, это заставка перед вашим видео и музыкальное сопровождение. У меня поначалу была, значит, стандартная заставка, где я показываю, какие темы. У меня не одна тема, у меня тема и подводная охота, и полезные темы по газовому оборудованию. Бассейн есть у меня в своем личном пользовании. Тоже я делюсь своими секретами, как я содержу свой бассейн и так далее. Ну и прочие темы, такие, которые народу интересны, которые народу полезны. Не то, что там фейковое какое-то видео там снял, у кого-то содрал и так далее. Это лично мои наработки. Я считаю, что это людям будет полезно. Посмотреть там, что-то прикинуть для себя и так далее. И первое, это заставка. Так как я являюсь тоже подписчиком, я смотрю часто и другие видео на те каналы, на которые я подписан. И вот первоначальная заставка, ну, когда смотришь один раз, когда смотришь два раза, когда смотришь три раза, на десятый раз это просто начинает бесить, ее начинаешь перематывать. Одно и то же у человека. Я исключил такую практику, у меня тоже раньше была заставка одно и то же, и я вот прикинул, что как мне это вот, я, допустим, смотрю, одно видео посмотрел, потом человек выпускает второе видео, а начало одно и то же, одно и то же, одно и то же, ну, его просто начинаешь перематывать. Тема вроде у людей интересная, хочется посмотреть, но вот однообразная заставка, она просто убивает. Я решил отказаться от заставки вообще и заставку перенести в конец видео. Если человеку она будет интересна, он ее посмотрит. Если это будет неинтересно, он просто выключит и все. Поэтому я решил заставками не напрягать людей и так далее. Вторая больная тема – это музыкальное сопровождение, которое из видео в видео повторяется, потому что на просторах Ютуба фонотека скудная и не за соблюдение авторских прав. И не за соблюдение авторских прав. YouTube просто наказывает. Сначала это безобидные такие предупреждения, а потом может быть и серьезное наказание. Вот поэтому я не музыкант и не вообще в этом деле мало что соображаю, но я вот все-таки потратился и пришлось мне приобрести MIDI-клавиатуру, чтобы мой канал все-таки чем-то отличался от большинства каналов. Там, где однообразная музыкальная заставка, зайдешь к одному, посмотришь, музыка одна и та же, зайдешь к другому, посмотришь, музыка такая же. Видео интересное, но музыкальное сопровождение, оно все-таки убивает. Это тоже траты, а я так думаю, что они все-таки окупятся. И теперь по тому, что я все-таки приобрел для видеосъемки. Ну, как вы видите, здесь куча-куча всего, и это еще не вся куча, которая смогла уместиться на небольшом маленьком столе. Первая моя видеокамера, это была Handycam Sony. Вот, в свое время была достойная камера. Сейчас, конечно, параметры ее записи не устраивают, потому что это было, параметры ее записи было, это MPEG-2, формат записи, который сейчас, конечно же, по качеству ни в какие ворота не лезет, но этой камерой я пользуюсь до сих пор, потому что здесь есть и подсветка, и ночью, и ей снимать очень хорошо. Так как я занимаюсь подводной охотой, и мне нужны всякие приспособления, чтобы закрепить камеру. Камера не одна, их тут много. Вот. Также всякие там держалки, фигалки. Это, короче, можете сами посмотреть, сколько это все стоит.
вложений много, отдачи пока мало, потому что канал молодой. Я, как я уже говорил, партнерская программа подключилась, подключили мне, вернее, партнерскую программу только прошлый год. И за год мне удалось заработать всего $1300. А вот и смотрите, стоит ли вам, так скажем, вливать денежку в свой канал, не стоит. Будет от этого какой-нибудь смысл, не будет от этого какого-то смысла. Сейчас прибавка к пенсии, в принципе, более-менее нормальная. $100 в месяц, я считаю, это неплохое. Подспорье по курсу получается чуть больше 6000. Но это уже что-то. Плюс пенсия и, в принципе, достаточно на первом этапе, скажем так. Конечно, канал надо будет развивать дальше, надо будет искать какие-то темы еще интересные зрителям, не только подводная охота, там бассейн и так далее, еще какие-то полезные темы. И я считаю, что вот эти фейковые видео, которые, конечно, они зарабатывают на это много денег, потому что народ в основном с удовольствием смотрит такие видео. Я не сторонник этого, я как-то, может быть, я еще до этого не дошел, но я думаю, что я таким заниматься все-таки не буду. Я буду делать видео, которые вам будет интересно смотреть. Итак, перейдем к тому, сколько же я всего заработал. Сейчас я вам наглядно это все покажу на примере своего канала. А вы уже будете решать, стоит ли вам заводить свой канал, не стоит ли вам заводить своего канала. Я думаю, что все-таки попробовать стоит. Итак, вот так выглядит моя страничка, начальная страничка, где вот мы видим, что у меня 10900 подписчиков. Подписчики желательно на вашем канале должны быть открыты, чтобы люди видели, что у вас открытое число подписчиков. Также на вашем канале должны быть открыты все каналы, на которые вы подписаны, чтобы люди могли проконтролировать, что вы подписаны на их канал. Я стараюсь дела не иметь с теми каналами, у которых подписки закрыты. То есть вот здесь вот будет надпись, что недоступно к просмотру или каналы закрыты. Так вы не сможете проконтролировать, что человек на вас подписан и будет ли он в дальнейшем вообще смотреть ваше видео или нет. Все видео, которое вы заливаете, загружаете, точнее сказать, на ваш канал, будет отображаться на вкладке вашего канала. Сейчас перейдем в творческую студию, и я вам покажу, сколько я заработал за все время того, что мой канал существует. Вот, допустим, доход, последний доход у меня за месяц, это $85. То есть месяц не полный еще, и для того, чтобы YouTube заплатил вам, вам нужно набрать будет $100. Это сумма, доступная к выплату. То есть, когда наберется $100, вам автоматически YouTube переведет эту сумму, которую вы набрали, но не менее $100. Будет больше, соответственно, YouTube переведет вам больше, если вы заработаете за месяц $100 и более. Вот количество подписчиков здесь. И сейчас мы перейдем в аналитику, где и посмотрим, сколько же я заработал за все время. Открываем вкладочку «Доход», чтобы вы понимали, что сколько платит YouTube. YouTube платит, вот, цена, $1.87. Это за 1000 показов. И показы должны быть коммерческие, в которых присутствует реклама. Только за это видео YouTube переводит вам вот эту сумму за 1000 просмотров. Чтобы заработать $1.87 на моем канале, одно видео должны посмотреть 1000 раз. Я вот заработаю $1.87. Это, конечно, копейки, но чем больше у вас видео, тем сумма у вас прогрессивно растет. Вот, допустим,
За 17 декабря за сутки я заработал $3.52. 18-го 3.89. И вот кривая показана, сколько вы зарабатываете за сутки на показе рекламы. Это все потом суммируется. И в итоге вот расчетный доход с разбивкой по месяцам. Вот сейчас у меня в январе $27. За прошлый месяц я получил $113. Это мне уже перевели. Вот это мне уже все перевели. Вот. И сейчас мы посмотрим. Откроем вкладку «За все время». И вот канал, как я уже говорил, я открыл в 2014 году. То есть загрузил пару видео, и проблемы были со здоровьем, я его забросил. То есть вот 2014 год, $0, 0 центов. 2015 год, $0, 0 центов. 2016 год, $0, 0 центов. 2017 год. Такая же ситуация. И вот в 2018 году я все-таки решил заняться каналом своим и набрал 1000 подписчиков. И вот первый мой заработок за сутки, я даже не заработал цента. То есть 0,1 шиша. Чтобы вы понимали, такая же ситуация будет и с вашим каналом, когда вы начнете монетизировать видео после 1000 подписчиков. Потом цена за рекламу начала подниматься, вот $23, $56. Вот, потом опять спад, 0,0,0,0,0. И вот пошли небольшие заработки. Вот, допустим, вот за сутки я вот заработал $5 с чем-то. И вот опять же спад, опять пик. И вот самое максимальное то, что я заработал, это $17.52. Это за сутки. Потом опять спад. И так далее. И сколько же у меня получилось за год заработать? Вот видите, вкладка у меня за все время, с 2014 года. Ну, так как я вам показывал, что у меня монетизация началась только с 2018 года. И вот чуть больше вот полтора года я заработал 1211 долларов. То есть чуть больше года я работал, и вот в итоге я заработал вот такую вот сумму. Я считаю, что это показатели нормальные, хорошие показатели. То, что, допустим, может быть, не у всех так получается, что за год можно так раскрутить канал и набрать более 10 тысяч подписчиков. Темы должны быть на вашем канале полезные и актуальные. Итак, на данный момент у меня загружено 347 видео. И вот здесь вот значок «Монетизация включена». То есть вот сейчас 282 просмотра. И можно вот посмотреть за 282 просмотра, сколько я заработал. Мы переходим в творческую студию. Вот оно, наше видео. И мы сейчас посмотрим статистику по этому видео. То есть вот сейчас реально просмотров 311, а время просмотров 20 часов. И заработал я всего вот за 311 просмотров 17 центов. То есть здесь включена коммерческая реклама. И 17 центов мне заплатили за 311 просмотров. Вот, допустим, вот следующее видео, 1000 просмотров, вот здесь
заработано уже чуть более $2. Потому что 1000 показов коммерческих есть. Здесь вот заработано где-то $4 примерно. И так далее. Вот статистика у нас такая вот есть. То есть монетизация подключена на все видео. Бывают вот такие вот спорные моменты, что реклама заблокирована частично или полностью, то, что не подходит большинству рекламодателей. Ну, вот делаем запрос на повторную проверку и ждем, пока YouTube проверит наше видео, подходит оно или не подходит. Ну, в большинстве случаев оно подходит и потом включит монетизацию обратно. То есть она у меня была на этом видео, монетизация, но я немножко изменил название, и YouTube перепроверяет данное видео. Вот мы видим, что у нас соблюдение авторских прав. У нас вот такой улыбающийся значок. И на моем канале нет предупреждений о нарушении авторских прав. Также вот соблюдение принципа сообщества. То есть вот если такие значки стоят, то у вас все хорошо. Если значки будут меняться вот до этих значков, и после вот данного предупреждения ваш канал заблокируют. А вот, допустим, что я говорил по поводу музыкального сопровождения. Вот здесь поиск и скачивание бесплатной музыки для ваших проектов. И здесь у нас по жанрам. Также вот есть вкладка «Указание авторских прав не требуется» и «Указание авторства требуется». То есть вы можете, если вы будете музыку с авторскими правами скачивать, то вам нужно будет указывать авторские права. Есть музыкальное сопровождение, которое не требует указания авторских прав, но и в том, и в этом случае музыкальное сопровождение очень скудное, очень однообразное, и у всех оно повторяется, потому что в основном все вот пользуются данными здесь музыкальными треками, чтобы YouTube не обвинил вас в нарушении авторских прав, то, что вы вставляете музыкальное сопровождение к своему видео того музыкального контента, который требует указания авторских прав. Итак, я считаю, что я рассказал честно про свой канал, показал вам, сколько я зарабатываю. Это, конечно, копейки. Но за год, в принципе, достичь таких результатов, это все-таки тяжелый труд. Кто с этим не согласен, попробуйте, что у вас получится, и сделайте вывод. Легко это, как вот рекламируют топовые блогеры, что прям 6 секунд, все эти дела. Пойдут у вас там, подключите партнерку, и все, у вас потечет, прям будут вас смотреть, и все. Это не так. Я вам показал, сколько я работал над каналом, и что я заработал за год. Итак, кому было полезно данное видео, интересно, подписываемся на канал, обязательно ставим колокольчик, чтобы не пропустить более интересное и полезное видео для вас. Всем здоровья, удачи и всем пока!